В течение субботы в Венгрию прибыло еще 3,3 тысячи беженцев, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая по национальному радио. Венгерское правительство начало в ночь на субботу транспортировать беженцев автобусами до австрийской границы, которую они пересекали пешком и направлялись на железнодорожную станцию Никельсдорф с австрийской стороны. Позднее пресс-секретарь правительства Ковач Золтан заявил журналистам, что это было разовой акцией в связи с кризисной ситуацией в Будапеште и власти больше не планируют предоставлять беженцам автобусы.